Я всех приветствую на своем канале. Спасибо вам, уважаемые гости, подписчики моего канала, за то, что вы поддерживаете мой канал, оставляете свои комментарии, а также оставляете мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Сегодня я сделаю расклад по просьбе моей подписчицы на Айртона Сенна. Трехкратный чемпион формулы номер один, трагически погиб 1 мая 1994 года. Айртон Сенна родился 21.03.1960 года рождения. Я обратила внимание, конечно, на дату его рождения. Человек, он был уникальный, неординарный, мощный. В нем был огромный потенциал. Он всегда должен был быть первым. Это вот, знаете, человек-огонь, который движется только вперед к своей цели. Что я посмотрю? Вот какое было у него эмоциональное состояние в момент аварии? Дальше. Причина аварии. Техническая неисправность машины, либо же все-таки ошибка Айртона. Следующее. Техническое состояние машины. Была ли проблема неисправности в рулевой колонке? Следующее. Состояние трассы. И возможно ли была потеря контроля над ситуацией из-за высокой из-за высокого перенапряжения пилота Айртона? Первое. Эмоциональное состояние Айртона на момент аварии. Следующее. Техническая неисправность машины. Была ли здесь проблема? Следующее. Была ли все-таки ошибка из-за пилота Айртона? Техническое состояние машины. Была ли проблема неисправности в рулевой колонке? Этот конкретно вопрос мне как раз-таки написали, чтобы я его посмотрела, моя подписчица. Следующее. Состояние трассы. Какое было состояние трассы? И потеря контроля над ситуацией из-за высокой перегрузки. Была ли это, был ли это такой момент? Может быть, пилот Айртон мог потерять сознание из-за высокой перегрузки. Буду смотреть, что я сейчас увижу. Значит, обратите внимание, первая карта, и первая карта выпадает десятка мечей. Это очень тяжелая карта на самом деле. Что я могу сказать? Вот как раз-таки, знаете, в момент аварии даже я могу так сказать, до аварии, в последнее время Айртон получил какие-то вот психологические травмы. У него было перенапряжение. И вот в момент аварии он понял, что он помещен в ящик. Он никуда не мог деться из этой ситуации. У него даже была физическая боль. Но у него все равно была надежда на то, что он как-то сможет избежать этой аварии, но надежда была слабая. И даже могу так сказать, что в какой-то момент он уже даже
смирился с неизбежностью. Здесь, конечно, есть страх. И вот знаете, как говорят, когда у человека проносится вся жизнь перед глазами. Конечно, здесь у него была эмоциональная перезагрузка, было перенапряжение, было. И он понял, что он попал в такую сложную ситуацию, из которой практически выбраться невозможно. И он это понял. Техническая неисправность. Вы знаете, восьмерка мечей. Было много работы произведено с машиной. Также я вижу что-то какие-то как интриги, как какие-то споры. Какие-то были даже преграды определенные. Какие-то недоработки. Даже есть какой-то прессинг со стороны какого-то высшего стоящего руководства. Что-то радикально хотели поменять, усовершенствовать. Вот те, кто занимался обслуживанием машины, были споры. Вот то, что я вижу. Была ли ошибка Айртона? Нет. Он держал до последнего ситуацию под контролем. Он сам по себе стратег, логик. Он соблюдал, знаете, максимальное спокойствие. Следующее. Была ли проблема в рулевой колонке? Карта восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей вообще сама по себе карта идет работы. Могу сказать, что что-то там переделывали, потому что что-то модернизировали, потому что эта карта указывает на столяра, на сварщика и на других каких-то специалистов. Мне нужно положить дополнительную карту. Что-то, возможно, там исправляли. Как будто бы, понимаете? Сейчас посмотрю, что в этой карте есть и чего в этой карте нет. По всей видимости, что-то все равно там... Что в этой карте есть? Уже идет не очень хорошая информация. Чего в этой карте нет? Вы знаете, вот проект признан был по итогу неэффектным. Падение. Да, я вижу проблему. Возможно, была какая-то торопливость. Что-то исправляли. Однозначно что-то исправляли. И произошло какое-то падение. Падение рулевой колонки. Но я не разбираюсь технически в таких деталях. Могу сказать, что какие-то делали работы, производились с рулевой колонкой, которая в итоге вышла из строя. И я вижу информацию падения. Падение – это, может быть, что-то выпало, что-то сломалось. Понимаете, вот так я вижу. И чего в карте нету? Конечно, старались все делать правильно. Работали на износ, без выходных. Возможно, торопились. Состояние трассы замечательное. Могу сказать, что все было продумано. Здесь я не вижу проблем. Тщательно все продумывалось. И что касается по потере контроля, может быть, потери сознания, нет. Айртон, он действительно все видел до мелочей. Он замечал все мелочи, понимаете? Мы даже видим, что здесь у пажа мечей вставлен дополнительный глаз. Он как под микроскопом все видел.
Он великолепно все анализировал. Он идеально выполнил свою задачу как пилота. Я не вижу здесь проблемы в Айртоне. Я здесь вижу техническую проблему. Я также вижу, у меня шла информация, какая-то интрига. Давайте вот спросим так. Была ли эта авария запланированная, или это все-таки была недоработка технического персонала команды, в которой работал Айртон? Так. Был ли здесь заговор? Вот могу так сказать. Да, был ли здесь заговор? Был ли здесь заговор? Или это техническая недоработка? Сразу могу сказать, так такового заговора не было. Но вот та машина, на которой Айртон двигался, вот она была, возможно, не до конца усовершенствована. Вот могу так сказать. Потому что по этой карте здесь именно техническая недоработка. Но опять-таки, вот заговора не вижу, но что-то было именно внутри коллектива. Какое-то вот как безумство, какой-то как неправильный расчет. Возможно, какие-то неправильные чертежи были выполнены. Что-то не до конца было доработано. Понимаете, я вижу эту вот так ситуацию. Вот прям такого заговора, чтобы убили, понимаете, специально подстроили эту аварию для трехкратного чемпиона, да? Чтобы конкретно хотели устранить Сена, я не вижу. Понимаете, я не вижу. Но мне вот здесь идет. Вы знаете, что касается вот внутри коллектива, было что-то недоработано. Хотя все старались сделать, но не до конца было все доработано. Я вижу это так. Коллектив прилагал все усилия, и технически машина переделывалась. Вот это, знаете, какая-то была допущена, может быть, мелкая, какая-то вот детальная ошибка, которая привела вот к этой жуткой аварии. Потому что здесь идет у нас карта императрица. Не до конца что-то было проработано. Не до конца. Понимаете? Именно в творческом каком-то процессе, возможно, в тот момент, в тот период, когда люди работали над машиной, модернизировали как-то, усовершенствовали, у них как будто как вот между ними шли какие-то разногласия. И вот что-то там могло произойти. То ли, знаете, как сказать, друг на друга понадеялись, а не было детально что-то вот до мелочей все просчитано. Я вижу это так. Если вам к данному раскладу есть что-то добавить, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго.